Всем привет! Сегодня будем делать свеклу по-корейски. Для этого нам потребуется 1 килограмм сырой свеклы, 3 столовые ложки сахарного песка, 100 миллилитров растительного масла, 8 зубчиков чеснока, 0,5 чайной ложки эссенции 70%, 0,5 чайной ложки перца красного молотого, 2 чайных ложки соли. Свеклу нарезаем соломкой. Нашинковали свеклу. Выкладываем свеклу в кастрюлю. Добавляем 100 миллилитров растительного масла, 2 чайных ложки соли. Все перемешиваем. Свеклу тушим на медленном огне 1 час. В процессе тушения достаточно перемешать 2 раза. Прошел час. Свеклу охлаждаем в холодной воде. Чеснок натираем на мелкой терке. Три столовые ложки сахара. 0,5 чайной ложки красного молотого перца. 0,5 чайной ложки уксуса 70%. Все перемешиваем. Раскладываем в стерилизованные банки. А на сегодня все. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока!